Ребята, смотрите, прикол какой. А это вот, канализация, видать, не работает. Спуск, засор. И вот, видите, вода течет. По ногам, по полу. Вот такие вот дела. Наверное, Путин это имел в виду. Мочить в сортире. Вообще пипец, воды столько. Вон, видите, как это, можно даже плавать. Плавать можно. И вот я такой пришел, не знаю, где мне пописать. Такой вот засор здесь, прикиньте, в Коломенском. Вот. Канализация не работает. А когда отходишь, здесь же эти тепловизоры, вот, да, и она это автоматом спускает. И тем самым все это льется через края. Блин, и запах даже пошел. Вот такие вот дела. Сегодня, кстати, масленица. Вы уж меня простите, сегодня прощенное воскресенье. Простите меня за туалетный стайл, как говорится. И не курите здесь, курить нельзя, да и вообще не только здесь. Здесь вот нормально, в принципе, но эти кабинки, как правило, чтобы сходить по-большому. Но вот в данной ситуации надо было мне здесь справить малую нужду, потому что здесь, видите, все-таки нормально. Но такие дела, короче, вот такой вот потоп здесь. Можно это, я не знаю, плавать даже. А, такие вот дела. Да. Всех это я поздравляю с прощенным воскресеньем. И хочу вас у всех попросить... А, прощение. Простите меня, мальчики, простите меня за все хорошее и за все плохое. И как у нас говорят в русском народе, прощаю, Бог прощал. А вот Бог простил и нам велел, да? Вот, Бог прощал и нам велел. Бог простит, вот. И мы тоже прощаем. Все, всем пока.